возникла идея обращения сделать театральный номер на сцене культа нашего священного «Три пирога» на фоне акта сотворения мира с научного взгляда. То есть раньше наших предков не было телевизора, как сегодня мы можем, да, посмотреть документальный фильм ученых, образно, как был сотворен мир. И тогда не было, и вот эта сцена сотворения мира у нас была отображена в культе священном наших предков «Три пирога». Не знаю, вот у нас есть кинотеатры, вот обратиться. Ну, во-первых, тем, кто этот номер сделает грамотно, правильно, подгонит его именно под то, как бы, вот как с научной точки зрения возник наш мир эволюционный. Да. Точно так же здесь старший олицетворяет Бога Творца, символика трех пирогов, звуки вот эти оммин, ман, этот аммина, как в буддизме та же мантра ома ум, которая считается звук этот, первичный звук вибрации, от которой возникло все мироздание. И вот, в общем-то, поняли, да, на фоне вот реальной процессии этого акта культа нашего священного, вот с научного взгляда, вот как мы знаем через документальный фильм, как был сотворен мир, подогнать его и мониторить это очень познавательно для наших, для, чтобы наши традиции, обычаи не терялись, сохранялись, а главное, несли те знания, которые в них заложены. Вот какая самая главная идея, посыл. Это не просто, как сегодня воспринимается, как, ну, посиделовка.